Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан в минувший понедельник было примечательно в первую очередь тем, что вел его единолично Андрей Назаров в отсутствие Ради Хабирова, который находится на заслуженном отдыхе на пляжах Дубая. Андрей Геннадьевич взял борозды правления республикой в свои руки. Начиная вступление к оперативному совещанию, Назаров напомнил о 35-летии аварии на Чернобыльской АЭС, назвал удивившую меня, например, цифру о том, что 5000 человек из Башкирии принимали участие в ликвидации аварии на этой атомной станции. Ну, в общем-то, я не ожидал, честно говоря, что так много. Назаров упомянул о том, что мы должны помнить о подвиге этих героев и стараться заботиться о ветеранах-ликвидаторах. Далее Андрей Геннадьевич отметил неимоверный рост ввода жилья в Республике Башкортостан в начале 2021 года. За 4 месяца 2021 года было введено на 11% жилья больше, чем в аналогичный период предыдущего года, при том, что в среднем по Российской Федерации этот рост составил только 0,2%. Мне сложно пока объяснить вот такой рывок во вводе жилья. Часто он бывает связан со сдачей конкретно какого-то объема, то есть вот подошло время какой-то жилой массив сдать, и он попадает в статистику, либо действительно у нас так все хорошо с жильем в Башкирии. Честно говоря, я склонен считать, что это статистический перекос. Далее Назаров заговорил о поручениях президента Путина любимой родине, о содержании обращения Путина к Федеральному собранию и к народу Российской Федерации. Назаров, в частности, отметил, что мудрое руководство Ради Фаритовича настолько мудрое, что практически все поручения Владимира Путина уже давным-давно реализуются в Республике Башкортостан. И стало казаться, что, в общем-то, и не нужен нам никакой Путин, потому что мы и так очень умные. Тут, как говорится, это из той оперы, что как бы не перехвалить начальство. Тем не менее, Назаров раздал поручения всем министерствам и ведомствам, отметив, что основная нагрузка по исполнению заветов Владимира Путина, конечно же, ложится на Министерство экономического развития и Министерство здравоохранения, ну, в контексте вот этой всей пандемии. Посмотрим, как будут выполняться заветы дорогого вождя. В общем-то, традиционно в последние годы о них очень много говорят, потом постепенно забывают, а потом мы с недоумением обнаруживаем, что какие-нибудь майские указы так до сих пор и не исполнены по прошествии десятка другого лет. По завершении вступления совещание вошло в рабочее русло, и, как обычно, первым вопросом был вопрос по борьбе с COVID-19. Мы уже привыкаем к тому, что второй год первым докладчиком на совещаниях правительства является Максим Васильевич Забелин. В этот раз тоже не было исключения. В общем-то, Забелин, как обычно, в последнее время не сообщил ничего особенно нового. Статистика его топчется на месте. 4% населения Республики Башкортостан на данный момент привито от COVID-19, по мнению господина Забелина. 4% не обеспечивают никакого коллективного иммунитета. В общем, пока это все ерунда. Честно говоря, вот масштабы и объемы вакцинации нужно понимать в сравнении. Например, Соединенные Штаты Америки весь объем вакцинации Российской Федерации делают за 2 дня у себя в стране. То есть, чтобы мы понимали, что все, кто привит в Российской Федерации, прививаются в Америке всего за 2 дня. То есть, ну, понятно, что Америка побольше России, население там вдвое больше и прочее, но тем не менее, вот такое соотношение. То есть, надо понимать, что масштабы вакцинации и в Российской Федерации, и в Республике Башкортостан все еще весьма скромные. Начавшийся политический сезон не мог не наложить свой отпечаток даже на господина Забелина. Казалось бы, при чем здесь Министерство здравоохранения, но тем не менее. Забелин горячо поблагодарил партию «Единая Россия» за то, что она предоставила ему холодильное оборудование для хранения вакцины.
Причем звучало это так, что как будто бы Ахмадинуров на свою зарплату купил холодильное оборудование и подарил Министерству здравоохранения. Мы должны помнить, что у партии «Единая Россия» нет никаких денег, кроме бюджетных. Партия даже не собирает взносов. То есть все, что жертвует и делает партия, вот эта вот партия «Единая Россия» конкретно, это все делается фактически за бюджетный счет. Ну или, как они еще любят говорить, из внебюджетных источников. Но мы же понимаем, что всякие внебюджетные источники в конечном итоге имеют глубоко бюджетные корни. Так вот, значит, в этот раз партия «Единая Россия» в Республике Башкортостан облагодетельствовала Забелина каким-то неведомым холодильным оборудованием, за которое он немыслимо благодарен лично Ахмадинурову. Кроме всего прочего, партия «Единая Россия» придумала раздавать значки вакцинирующимся. Помните эту историю, да, про вот эти ковид-паспорта, которые поспешили огласить здесь в Башкирии, и за эту историю чуть не получили по башке от федералов. Я помню, как это все тогда так быстро-быстро замяли. Сидякин сделал вид, что это не он придумал. Но в конечном итоге теперь они придумали какие-то значки. То есть тот, кто вакцинируется, должен будет еще и носить значок с символикой «Единой России», там, значит, и благодарностью в ее адрес, видимо. Но, судя по всему, у этой партии нет ничего святого. Я не понимаю, почему им не пришло в голову, например, брендировать гробы, в которых хоронят погибших от коронавируса. Может быть, потому что не так широко это будет видно, но зато все, кто присутствует на похоронах, долгое время будут вынуждены наблюдать символику «Единой России», и она вполне возможно отпечатается на сетчатках их глаз. И вообще у меня много идей, как можно было бы продвигать партию «Единая Россия» на предстоящих выборах. Например, можно было бы использовать их флаги в качестве погребальных саванов, ну, в ритуалах нехристианских захоронений. Тоже вариант, тоже запомнится многим и тоже, наверное, вызовет определенную эмоцию, которая необходима им при голосовании 19 сентября. Далее шел триединый вопрос о ДТП, ситуации в ЖКХ и чрезвычайных ситуациях. Голованова Ирина Александровна рассказала, что практически везде в Башкирии отключено отопление центральное, а значит, что прекращены вот эти чрезвычайные поборы с населением за отопление, и мы с замиранием сердца ждем счет за апрель. Вот посмотрим, сколько с нас слупят за апрель. И я не удивлюсь, что слупят столько же, сколько за обычный полноценный месяц отопления. Также Ирина Александровна рассказала нам о незначительных проблемах с газовым обеспечением в Уфе, но это вроде как мелочи. Виктор Михайлович Жульков доложил о том, что количество погибших в ДТП по Башкирии все еще превышает уровень погибших за тот же период прошлого года, то есть исправить ситуацию не получается. Да, собственно, видимо, он не особенно к этому стремится. Также Виктор Михайлович нам поведал о том, что 53% оцифрованных дефектов дорожного полотна уже отремонтированы. Ну, того и гляди, через пару-тройку недель мы опять достигнем идеального состояния автодорог в Республике Башкортостан, по крайней мере, на бумаге. Мы уже говорили о том, что новая уловка Минтранса позволяет им отчитаться о полной победе над дефектами дорожного полотна, в общем-то, не достигая этого фактически, потому что они придумали, что ремонтировать они будут только те дефекты, которые будут оцифрованы. А какие из них будут оцифрованы, так, в принципе, и не определились. То есть гениальная отмазка готова заранее, а фактический ремонт, в общем-то, уходит на второй план, и что получится на самом деле, никого особенно не волнует. Главное, хорошо и качественно отчитаться. Ничего радостного не сообщил на оперативном совещании и Фарид Рифович Гумеров, ответственный за информацию по чрезвычайным ситуациям. Я бы сказал, что уровень пожаров в Республике Башкортостан как-то в последнее время стабильно высок и пугающий. 9 человек погибло в пожарах в прошедшую неделю. Страшный пожар случился на родине главы Республики Вышимбая. В ночь с 23 на 24 число погибли 4 человек одновременно, и из них 2 детей. Примечательно, что Гумеров свалил эту трагедию на то, что в его обожаемом пожарном извещателе в этом конкретном доме села батарейка, ее не заменили вовремя, и вот ужас случился. Складывается ощущение, что на самом деле господин Гумеров и чрезвычайные спасательные службы не уделяют особого внимания
пониманию причин пожаров и пытаются прикрывать все эти причины вот этими вот вторичными явлениями типа пожарных извещателей. Также господин Гумеров не упомянул о трагическом случае в городе Салавате, который случился на прошедшей неделе. Я говорю о гибели ветерана Великой Отечественной войны Василия Ивановича Корнеева, который сгорел в собственном жилье, в пожаре, задохнулся в дыму. В общем, вот эта трагедия случилась в Салавате, но про нее тоже Гумеров предпочел умолчать. Гумеров нам сообщил о том, что уровень рек достиг максимальной отметки и половодье больше увеличиваться, видимо, не будет, хотя, конечно, не факт, учитывая вот погодные явления, которые происходят последние дни. Мрачно выслушав доклад Гумерова, Жулькова и Головановой, Назаров поручил Ирику «Подними задницу» Сагитову поменять батарейки в пожарных извещателях. Судя по всему, Ирику Хайриварьевичу найдено достойное применение, то есть замена батареек вполне, наверное, по плечу этому бравому офицеру. Более сложные задачи, пожалуй, что поручать ему не стоит. Третьим докладом шел доклад министра сельского хозяйства и вице-премьера правительства Файзрахманова Ильшата Ильдусовича. И был бы он, как обычно, скушен и победен, если бы здесь не изменились обстоятельства совещания, если бы не то, что его вел не Хабиров, а Назаров. Мы помним о том, что в последнее время Файзрахманов – это отдушина, это любимец Хабирова, потому что он несет хорошие вести о прекрасных урожаях и при росте процентов. Так вот, предвещая доклад этого министра сельского хозяйства, Назаров неожиданно напомнил ему, что уровень готовности к полевым работам в Республике Башкортостан по статистике оказался ниже, чем в среднем по Российской Федерации. То есть вот такой ушат холодной воды был сначала выдан господину Файзрахманову, чтобы он особенно не зазнавался. Ну и, в общем, после этого вступления Назарова Файзрахманов, слегка заикаясь, рассказал, что 93% озимых у него все-таки благополучно выжили под снегом, 89% запаса минеральных удобрений он уже где-то там наковырял, а также 76% агротехники прошли технический осмотр. Файзрахманов вводит какую-то там электронную систему мониторинга сельхозработы, все будет здорово, при этом на экране демонстрировала статистика по районам, ну, где как обстоят дела с подготовкой к сельхозработам. Пока Файзрахманов нес свою оптимистическую чушь, Назаров углядел некоторые особенности на слайдах и задал совершенно конкретный вопрос. Речь шла о Белорецком районе. Дело в том, что, судя по данным Файзрахманова, которые он не озвучивал, но они были видны на слайдах, именно Белорецкий район оказался в отстающих по подготовке сельхозработам, там все в красной зоне, техосмотр техники не проводится, озимы, значит, там не поднялись и прочее, прочее. Назаров логично задал вопрос, вызвав по селектору главу Белорецкого района Андрея Ивановича Иванюту. И вот тут случился какой-то нехороший казус. Иванюта, видимо, не ожидал, что его там призовут к ответу, был очень недоволен, раздражен этим, и тут же заявил Назарову, что во всем виноват проклятый снег, который в Белорецком районе, судя по всему, ну, не сходит никогда, и сейчас его там очень много в горах. На что последовал логичный вопрос: ребят, а как вам мешает снег проводить техосмотр техники? Почему снег вам мешает, если он лежит в горах, а сельхозработа, в общем-то, проводится в низинах и долинах? Ну, тут Иванюта совсем уже что-то оборзел, как-то начал отвечать по-хамски, что вот снег и все, и ничего не знаю. Назаров слегка так опешил такому напору, значит, главы района. Ну, суть по всему, Андрею Ивановичу Иванюте нечего было ответить на этот внезапный вопрос, и он, ну, заранее готов был все свалить на снег, а тут, как говорится, не прокатило. В общем, Назаров на первый раз проглотил вот это вот все, хотя было заметно, что он очень раздражен подобными ответами, поручил Файзрахманову вместе с Иванютой разбираться с этим отставанием Белорецкого района и завершил этот разговор, неприятный разговор и резкий, напутствием того, чтобы, как говорится, смотрите, чтобы срыва не было дословно. Ну, посмотрим, насколько Файзрахманов и Иванюта не допустят срыва сельхозработ в Белорецком районе. Четвертым докладчиком была и вовсе Сарапова Ольга Владимировна,
в последнее время вот этого вот советника Хабирова по вопросам развития общественных пространств и городской среды стало слишком много в медийном пространстве. Куда ни сунешься, везде Сарапулова. В общем, судя по всему, ее действительно готовят к тому, чтобы сделать ее главным архитектором города Уфы. Иначе бы зачем было ее постоянно извлекать на свет Божий и нам всем демонстрировать? Потому что, ну, честно говоря, никакое эстетическое удовольствие мы не можем от этого получить. Информационно мы тоже получаем очень мало. А вот, видимо, ей нужно набрать очки и количество присутствия в медийном пространстве. Собственно, и доклад Ольга Владимировна делала о самой любимой, и назывался он «О функциональном заполнении объектов общественных пространств, парков, скверов, площадей и набережных». То есть речь шла в переводе на русский язык о том, что после того, как Ольга Владимировна героически отремонтировала нам 160 общественных пространств по Республике Башкортостан, о том, что теперь чем-то нужно это все заполнять и каким-то образом это все эксплуатировать. Ольга Владимировна сразу же оговорилась, что слишком большая нагрузка на бюджет муниципалитетов ложится в связи с заполнением вот этих пространств, значит, и, как она выразилась, событийным наполнением пространств. Бизнес использует эти пространства только время от времени и, по мнению мадам Сараполовой, только во время сабантуев. В муниципалитетах нет понимания, как, зачем, почему нужно вообще эксплуатировать эти общественные пространства. Нет навигации, нет брендирования этих пространств. В конечном итоге жители, в принципе, и не пользуются этими пространствами. То есть встала такая интересная проблема, что образ жителей Республики Башкортостан оказался несколько иным, нежели его представляла себе Ольга Владимировна. А мадам Сараполова, она же ведь утверждает, что жители Башкирии и Уфы, они, например, в основном склонны к безделью, и важнее всего для них в жизни это прогулки, значит, на свежем воздухе в приятно обустроенных парках и скверах. Выяснилось, что, оказывается, нет. И вот не идет этот бестолковый житель в прекрасные пространства, которые Ольга Владимировна обустроила за черт знает сколько бюджетных денег. Ну, напрашивается вопрос, зачем вы, Ольга Владимировна, тогда все это сделали так задорого, если люди этим не пользуются? И, собственно, вот этот мой вопрос внутренний озвучил мгновенно и Андрей Назаров. Дословно это прозвучало так, после того, как Сараполова закончила свой доклад, Назаров ей задал вопрос, если это не живет, зачем это вообще нужно? Сараполова объяснила это тем, что общественные пространства прекрасны сами по себе, однако ими плохо управляют вот эти вот нерадивые муниципалитеты. Она разработала методичку, она разработала инструкцию для глав муниципалитетов, которую, ну, естественно, нужно прочитать, усвоить и понять, а также необходимо ввести должность, новую чиновничью должность в муниципалитетах парк-менеджера. То есть вот нечего делать главе Ургазинского района или там каких-нибудь учелов или, упаси боже, Николы Березовки, как вводить новую штатную единицу парк-менеджера. Ну, это настолько безумная идея, что даже достаточно осторожный в своих комментариях господин Назаров, и тот усомнился сходу в целесообразности подобного подхода, начал рассуждать о том, что, может быть, не везде надо вводить этих парк-менеджеров, может, их вообще не надо вводить, найдут ли они себе задачи, и вообще не пытается ли Сараполова породить какую-то мертвую сущность, в том числе и в качестве вот этого вот инструкции. Назаров сказал, что, ну, главам районов и так вот так есть что делать. Вот еще не хватало им какие-то инструкции, наставления Сараполовой читать. Тут с первых рядов оперативного совещания подскочил Саша Сидякин, который сидел тихо, смирно, никого не трогал. До него вдруг дошло, что очередное протеже его после Бойцовой осталась одна Сараполова. И так вот это очередное протеже тоже, судя по всему, тонет в своей некомпетентности, и Саша пришел на помощь. Мы знаем, что мадам Сараполова – это тоже человек Сидякина, которого вот, один из людей, которых он расставляет на эти хлебные места. В общем, Сидякин взял инициативу на себя, попросил у Назарова дозволения самолично набирать этих парк-менеджеров. Ну, то ли у Саша Сидякина поднабралось там бездельников, безработных друзей, то ли у него есть на примете отличные парк-менеджеры, в общем, не знаю. Но было заметно, как он обеспокоился тем, как Назаров, ну, как бы не принял этот доклад
Сарапулову, насколько он его раскритиковал, и Саша пришел на помощь. Пятым вопросом оперативного совещания был вопрос о готовности к нанесению разметки на дорогах и организации пассажирских перевозок в весенне-летний период. Доклад, естественно, делал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Жульков Виктор Михайлович. Напомню, что на предыдущем совещании, на предыдущем оперативном совещании правительства Хабиров резко раскритиковал методику нанесения разметки в Республике Башкортостан, которая была при господине Мирзиёеве, и потребовала от Жулькова, чтобы такого больше не было. И вот именно о разметке пошла речь в этом докладе. Чтобы понять, как непросто господину Жулькову будет выкручиваться из этой ситуации, надо немножко погрузиться в предысторию вот этого вопроса и понять, какое наследие от господина Мирзиёева досталось Жулькову по части нанесения разметки. У нас прошел конкурс на отбор фирмы, которая будет совершать вот эту разметку практически на 8500 километров дорог в Республике Башкортостан. Победителем этого конкурса, который проводился впервые, стало некое ООО «Вектор». Никому неизвестное, никому непонятное. При помощи неких манипуляций государственного казенного учреждения УДХРБ, которое возглавляет соратник господин Мирзиёева, господин Шамхалов, в общем-то, вот этот ООО «Вектор» и победил. Примечательно, что было три участника в этом конкурсе, и ООО «Вектор» побеждает с конечной суммой 647 миллионов рублей. При том, что конкуренты предлагали 615 и даже 596 миллионов рублей, соответственно. То есть сумму значительно сниженную относительно начальной стартовой, но они не победили в этом конкурсе. Почему, мне доподлинно неизвестно. Видимо, были выдвинуты дополнительные критерии, которые, собственно, и перевесили решение в пользу ООО «Вектор». Так вот, надо понимать, что ООО «Вектор» – это наследие господина Мирзиёева, который переходит господину Жулькову. Повлиять на вот этот конкурс теперь уже Жульков не может. Он может только добиваться, ну, более или менее нормального исполнения этого конкурса. Вот здесь могут возникнуть проблемы, потому что ООО «Вектор», ну, технически будет очень непросто выполнить этот контракт. Выиграть-то они его выиграли, а вот выполнить они могут его и не выполнить. Тут есть некоторые сомнения и предположения о том, что акционерное общество «Башкир-Автодор» тоже будет принимать участие так или иначе во всех этих процессах, по сути, помогать ООО «Вектор», потому что, ну, есть предположение о том, что они могут не справиться. И вот как бы тут ни получилось, значит, ну, двойных оплат вот этих работ, ну, в общем, за всем этим процессом, конечно же, нужно наблюдать. В докладе господина Жулькова была одна пикантная особенность. Он объяснил, что вот эта сумма в 647 миллионов рублей делится на две части, которые будут реализованы в 2021-2022 году, контракт на оба года. 317 миллионов, по утверждению господина Жулькова, будут потрачены до 15 июня 2021 года на разметку, и 329 миллионов будут потрачены в 2022 году на нанесение той же разметки. Но если внимательно прислушаться к господину Жулькову и сложить 317 и 329, получается в сумме 646. В ходе доклада, уже только в ходе доклада, господин Жульков потерял целый миллион рублей. Страшно предположить, что будет потеряно в процессе реального исполнения вот этого всего контракта и вот это нанесения всей этой разметки. Также господин Жульков избежал подробного объяснения, каким образом будут реализовываться гарантийные обязательства. Дело в том, что по условиям контрактов при нанесении разметки, в случае, если 20 и более процентов разметки утрачиваются в процессе гарантийного срока, фирма-исполнитель, значит, которая выиграла контракт, должна бесплатно восстановить эту разметку заново. Ну, наверное, глянув на проезжую часть, мы видим, что там не то что 20, там все 80% иной раз уже буквально исчезают уже весной, их нет после зимы. То есть гарантийный срок еще не закончился, но что-то я бы не могу утверждать обоснованно, что Жульков и его предшественник Мирзиёев интенсивно заставляли по гарантии устранять подобные дефекты. Thank you.
ближайшие дни Республику Башкортостан с визитом посетит руководитель Федерального экологического природоохранного ведомства Светлана Родионова. И в преддверии этого визита, в общем-то, подняли на поверхность экологические проблемы региона. Господин Назаров в своем вступлении к докладу министра экологии и природопользования Искандарова открыто заявил о том, что республика рассчитывает на то, что после визита госпожи Родионовой мы получим федеральное финансирование для решения каких-то экологических проблем. В частности, Назаров упомянул 145 гектаров территории бывшего химпрома, которые ждут реновации и дезактивации, ее там вот этой всей вот рекультивации. Это действительно застаревшая проблема. По разным оценкам, от 2 миллиардов рублей требуется на эту программу, а некоторые говорят, что и значительно больше. В общем, на это рассчитывает Назаров, и потому докладчиком был призван Искандаров Урал Салаватович, который должен был сгустить краски и показать, как все плохо в республике с экологией. Доклад Урала Салаватовича и правда носил апокалиптический характер. Я приведу его в неких самых ярких тезисах, которые, ну, собственно, поражают воображение. Первое, что сделал Искандаров, это в очередной раз обрушился на башкирскую содовую компанию, заявив, что 80% загрязняющих стоков в республике Башкортостан приходится именно на БСК. Также он сообщил нам, что Башкирия занимает 8-е место в Российской Федерации по уровню загрязнения воздуха. Вот это, честно говоря, меня очень испугало. Проблема сброса стоков без очистки, когда источниками являются предприятия ЖКХ, тоже очень важна в Республике Башкортостан. При этом в 12 районах республики нет очистных сооружений от слова совсем. То есть там вообще нет никаких очистных сооружений. Ну, тут сразу приходят на ум те самые уворованные очистные сооружения Беляева-Кучербаева. Вот эти два богатыря, значит, сидят там где-то в какой-то изоляции по решению суда и ждут своего приговора. Ну, видимо, это не единственный район, я имею в виду Кумертау, который пострадал от этих вот деятелей. То есть в 12 районах у нас вообще нет никаких очистных сооружений. Также Искандаров сообщил, что 15% сбросов, только 15% сбросов в реки соответствуют нормативам очистки. Зачем-то Урал Салаватович посетовал, что необходимо достраивать вот эту нашу жуткую набережную, в том числе в сторону Нижегородки, чтобы она исполняла хоть какую-нибудь свою функциональную задачу, потому что Белый дом мы спасли от наводнения, а Нижегородка так и тонет, а набережную неплохо было бы и продлить. Подытоживая доклад Искандарова, Назаров еще раз напомнил, что визит мадам Родионовой в Башкирию – это вовсе не светлый праздник, а некий способ и повод извлечь сколько-нибудь федеральных денег для решения экологических проблем Башкортостана. Вообще, в ближайшее время мы планируем поговорить об экологии в контексте, например, того же самого БСК. Тут назрела эта тема. Наконец-то заявлено о том, что сырьевая проблема БСК решена. А вот как и почему, и при помощи чего, и за чей счет она решена, это очень интересный вопрос, который мы будем в ближайшее время обсуждать. Завершая оперативное совещание, Андрей Геннадьевич Назаров сообщил нам о планах ближайших дней, и речь идет о длинных выходных. В общем-то, это было некое расписание, которое у нас уже сформировалось в республике. В частности, 7 мая в Государственном концертном зале «Башкортостан» пройдет победный концерт. 8 мая пройдет победный концерт группы «Любе». С 5 часов они будут плясать на ступенях Русского драмтеатра, презирая все ограничения по ковиду и пандемии. 9 мая пройдет победный парад и салют. Несмотря ни на что, 100 ветеранов рассадят по уже готовым трибунам. И пройдет военная техника, которую нам привезут из других регионов. У самих у нас, собственно, никаких гарнизонов в Башкирии особенно не осталось. 13 мая, напомнил Андрей Геннадьевич, у нас вообще Ураза-Байрам и тоже будет выходной. Вообще я посчитал,
В мае у нас 17 выходных и 14 рабочих дней. Вот так вот мы повышаем производительность труда и спасаем нашу экономику. Также стало известно, что бессмертный полк на 9 мая в этом году по федеральному решению пройдет только в онлайн-режиме. Наверняка зарыдала Ленар Хакимовна Иванова, которая планировала аж 150 тысяч человек вывести на улицы Уфы с портретами предков, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Жаль, что мы не увидим, как Ленара Хакимовна поставит рекорд явки на массовые мероприятия, хотя у всех у нас есть шанс 1 мая посмотреть, как массовое мероприятие будет проводиться башкирскими профсоюзами при поддержке и теневом участии «Единой России», которая, собственно, пытается накрыть своей шляпой хоть что-нибудь заметное в ближайшее время в связи с тем, что им хоть как-нибудь надо самих себя рекламировать.